Оказавшись в больнице, каждый человек понимает, как незаменим труд медицинских работников. Многие из них стоят на страже здоровья нефтекамцев не первый год. Лучшие медики в этот день получили благодарственные письма из рук главного врача. В их числе и Айгуль Идрисова. Врач более 20 лет трудится в женской консультации. Но по ее словам, она работает не ради награды, а потому что лечить – это ее призвание. Стаж моей работы 22 года. До этого 19 лет проработала врачом-акушер-гинекологом женской консультации. Сейчас работаю врачом ультразвуковой диагностики женской консультации. Смотрю беременных, выявляю аномалии развития плодов. Спасибо руководству больницы, что оценили мой труд соответствующим образом. Будем дальше продолжать работать на благо нашего города. Свои награды получили представители средств массовой информации. Именно они являются союзниками медицинских работников в пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Выступают посредниками между врачами и населением. Коллективу телеканала «Нефтекамск-24», корреспонденту телеканала Ларисе Мироновой, корреспонденту телеканала Анастасии Тимирбаевой. Журналистам и операторам нашего телеканала вручили благодарственные письма за информационное сопровождение. Съемочные группы и дальше продолжат освещать изменения в сфере здравоохранения города Нефтекамск. Анастасия Тимирбаева, Валерий Зазулин. Время новостей.